Всем привет, дорогие друзья, с вами Доминиров, и сегодня я расскажу вам мега способ трейда. На самом деле, именно этим способом я натрейдил более 200-300 тысяч голды. Я уже о нем рассказывал на канале AppTrader, но здесь я расскажу о нем максимально просто, понятно. Поэтому, ребятки, берем блокнотики, не забываем подписаться на телеграм-канал, потому что там прокачка. И обязательно смотри это видео до конца, потому что в течение всего ролика у нас будет ключевое слово. И чтобы попасть в прокачку, вам это слово обязательно надо будет написать в комментариях со своим ID. Кто быстрее всех сделает, тот и может попасть в прокачку. Ребятки, я прежде чем начать разбирать этот способ трейда, я прошу посмотреть этот небольшой видеоролик, перейти в описание и поддержать девчонку. Всем привет, с вами Неудачница. Если ты любишь смотреть Доминирова, то переходи по ссылочке в описании и слушай мои песни. Также не забывай об участии в прокачке инвентаря с нами. Это действительно важно. Все ссылочки в описании. Приятного просмотра. Собственно, у нас в игре есть прекраснейший способ трейда, который по сей день актуален. Это инвестиция. Да, я о нем уже рассказывал на канале AppTrader. Вы можете, кстати, его найти, тоже подписаться. Очень много интересных вещей пилит. Но сегодня я расскажу более подробно о каждом, но это будет намного проще, чем я рассказывал там. Опять же, не забываем блокнотики, ручки и улавливаем мысль, собственно, Доминирова. Поехали. По первому способу, как я в тот раз рассказывал, это способ через Battle Pass. На самом деле, разработчики очень много всяких пас-пропусков выкатывают. Если мы с вами будем смотреть, это вот, например, Two Years коллекция, это Halloween коллекция, это New Year 2020, Project, Rival, господи, еще 21. То есть посмотрите, сколько здесь коллекций, и на них реально можно трейдить. Да, вот даже стендов вылетает от этого гениального трейда. Сейчас один момент. Так, мы возвращаемся после этого гениального вылета стендофа и ставим себе фильтры на все коллекции. Вы просто посмотрите, сколько здесь предметов, на которых реально было поднять голду. Многие этим, собственно, и зарабатывали, особенно нынешние трейдеры, у которых там миллионы инвентарей. Это просто что-то с чем-то, и реально по сей день этим способом заработать. А сейчас я расскажу, как это сделать. Опять же, ваша первая основная задача будет дождаться обновления, когда будет новый пас-пропуск. Ну, либо же попробовать все-таки вот за эти пару дней. Здесь останется, я думаю, 2 дня, 4 дня, не знаю сколько. За 4 дня пройти все 31 уровень. Не покупаем пока что Gold Pass, проходим абсолютно весь ряд верхний. Все прошли, и только после этого вкладываемся на сам Gold Pass. То есть вы по факту после приобретения получаете абсолютно всю нижнюю ветку. Здесь вы получите АВП, здесь вы получите разные наклейки, граффити и кейсы. Из кейсов можно выбить новые скины, вот да, с чарп кейса. Также вы можете выбить какой-то ножик, перчатки и тому подобное, которое можно продать и в дальнейшем инвестировать. К следующим способам это как раз таки пригодится. Ну и плюс крутую медальку. Этим способом я частенько трейдил именно когда данные скины выходили на рынок. То есть после того, как все это дело заканчивается, через месяц, там через пару недель, такие скины с пас-пропуска выходят на рынок. Здесь данные скины сливают просто по минимальным суммам, и реально их сейчас закупать. Условно, там есть какая-то наклейка. Ну давайте там, не знаю, рассмотрим самую дешевую наклейку. Вот, Christmas Joy. Когда она вышла на рынок, она стоила 6-8 голды. То есть за 6 голды вы могли купить там 10 штук, потратить 60, а потом за 17 голды их продать. То есть здесь 170 голды, там 60. То есть окуп почти в 3 раза. Вы понимаете, насколько это хороший вариант? А если взять 1000 таких наклеек, а если взять какие-то другие наклейки, которые еще больше поднимутся. Аналогичная ситуация и с оружиями. Здесь можно закупать именно рарки. Как я в тот раз рассказывал, ТЭК-9 Royal Frost стоил всего 2 голды, там, 1-2 голды, примерно так. Сейчас он стоит уже 4, даже вот тут, ну, с двумя наклейками реально поймать какой-то скин. В будущем их просто перепродать. Этот способ называется как раз-таки инвестиция. Я стараюсь сейчас больше все-таки не ловить запросы там, а именно использовать инвестицию, потому что здесь вы 100% получаете окуп, особенно после обновления. Следующий способ — это наклейки. Это та же самая инвестиция, только уже более окупаемая на самом деле. На скинах мы не можем предугадать, насколько сильно они вырастут. На наклейках это сделать куда проще. Здесь есть определенная категория наклеек. Те, которые имеют холо-эффект. Те, которые имеют, опять же, у нас с вами металлический эффект. Да, вот такой вот. Та же самая история, как на Gold School, к примеру, да.
и простые наклейки. Простые наклейки в целом, они, ну, не нужны никому, они скучно смотрятся на скинах, ну и в целом толку от них никакого, то есть здесь никакого эффекта нет, поэтому самая дешевая наклейка из Хэллоуин коллекции. Аналогично мы с вами видим и здесь. Если снеговик из новогодняя коллекция обычная стоит всего 17 голды, то с холл-эффектом он уже стоит 25. И эта наклейка будет расти намного быстрее, чем вот эта. Я рекомендую покупать вам именно наклейки с голографическим эффектом, либо металлическим, потому что они, как правило, чаще растут. Из тех, которые закупаю я могу бы посоветовать вот этого тигра. Он просто прекрасный, на скинах смотрится очень круто, рекомендую. И также Sushi Color. Sushi Color сам вот сейчас видите, по запросу поставил, я уже несколько купил. 3 или 4 раза с этого скина, с этой наклейки я выходил в плюс. То есть такие наклейки часто бустят там в 3-4 раза от цены. Означает, что вы будете окупаться просто на глобальные суммы. Все так же и работает и с другими наклейками. Вот там Neon Dragon стоил 50 голды, сейчас он стоит 200 голды. Полярный медведь стоил 20-30 голды, я их тогда закупал. Сейчас они стоят 230 голды. Опять же, все зависит от буста. Если их забустят и вы их вовремя продадите, то вы можете очень хорошо купиться. В дальнейшем уже вкладывать как раз таки в третий способ. И как раз таки третий способ трейда, который мне принес, наверное, львиную долю моего инвентаря, это покупка-продажа скинов. Лично я выставляю фильтр для себя следующим образом. Я ставлю себе АКР, ставлю себе АВМ. То есть это два основных скина, на которых реально трейдится. Ставлю там статрекскую версию, обычную, не принципиально. Хоп, ставлю и вижу, какие здесь самые популярные скины. Можно использовать АКР Спор статрековский, очень часто на него клеят наклейки. Здесь мы уже видим там за 10, там даже за 6 голды уже 4 наклейки, но это не окупаемость. Ваша задача собрать самый лучший сет из 4 наклеек, ну вот как примерно здесь, да. Но опять же, это не окуп, то есть всего 30 голды, вы его дороже особо не перепродадите, потому что много конкурентов. Поэтому на этом скине достаточно сейчас тяжеловато трейдить. Если у вас там есть хотя бы 1000 голды, отмотайте сразу этот скин подальше. Смотрите, здесь снизу могут что-то написать там с 4 арканами, чтобы вы моментально могли долистать, посмотреть и купить. Опять же, часто здесь сливают также с 4 арканами, да, о которых я вот только что говорю, как тавтология получается. Здесь можно словить скины с Хэллоуин наклейками. Вот этот калаш я словил всего за 200 голды, продаю его сейчас за 450, со временем его купят, потому что эти наклейки на нем растут. Здесь мы видим с вами комбинацию 2-2, то есть две одинаковые наклейки и две, ну, относительно похожие друг на друга. Если здесь был бы дракон, либо здесь был бы тигр, это была бы еще комбинация намного лучше. Но вот мне повезло только с такой. Опять же, самый жесткий окуп за все время с скина, которого я ловил, это 90 тысяч голды я поднял чисто вот таким способом с одного скина. Чем круче и больше вы ловите скины, тем выше шанс, что ваш инвентарь будет расти намного больше и быстрее, особенно если вы состоите в каких-то группах трейда, особенно если вы ищете покупателя. Ваша задача в будущем этот скин продать как можно дороже, примерно, ну, на процентов 40-50. Опять же, покупаем подешевле, продаем подороже. Ребятки, а суть максимально простая. Пока вы не разберетесь в рынке с наклейками, вы не сможете много поднимать. Вам нужно сначала изучить абсолютно весь рынок наклеек. Сюда вы можете перейти, посмотреть, какая наклейка сколько стоит, выписать себе. В основном я советую вам ловить приоритет именно на Хэллоуин коллекцию, на арканы, на какие-то холо наклейки. Только с ними вы сможете хорошо окупаться. Опять же, это первая часть видео, как стать самым лучшим трейдером. На самом деле, немножко непонятно я вам все это дело объяснил. Я прошу от вас просто поставить лайк, подписаться на канал, в комментариях обязательно написать свой ID. Если ты хочешь участвовать в прокачке, дорогой друг, переходи в мой телеграм-канал. Только это прошу. Просто перейди в телеграм, подпишись и участвуй. Все максимально просто. Следующую часть я сделаю на 1000 лайков. Если мы с вами соберем 1000 лайков, будет вам еще одна часть трейда. У меня есть несколько вариантов, где можно было бы вам поднять голду. Как можно поднять голду с 5, с 10, со 100 голды. Максимально просто. Опять же, огромное спасибо всем за просмотр. Участвуйте, подписывайтесь. Всем до новых встреч и пока-пока.